Друзья, секундочку, внимание, пока здесь светло. Значит, смотрите, у Максима бенч, а я питхрюнч. Я питхрюнч, у меня букет роз очаровательный. Для милых дам или для кого? Для племянницы. Для племянницы, для Алочки. Алины. А, Алины. А это бенч. Расскажи, мы питхрюнч. Я питхрюнч. И не я, а мы. Мы питхрюнч. Мы питхрюнч. Для питхрюнч. Да. Чаушан для питхрюнч. Друзья, смотрите, я нарядный сегодня. Я очаровательный жених. Джентльмен. Максим позаботился о том, чтобы я выглядел очаровательно. Как истинный джентльмен. Цветы для Олега. Для Олега? Это не цветы, это святыня. А мы ждем машинку. Друзья, мы только что совершили экстренную высадку у Олега в его владениях. Макс, как всегда, увлечен своим телефоном. Там много букв на русском, он давно не видел русских букв. Я хочу по русским буквам посмотреть. Друзья, мы не знаем, какая машина нас ждет, поэтому, если вы знаете, пишите в комментарии машину. Если вы угадаете, то... А, вот она. Мы купим другое солнышко. Сейчас солнышко купим. Купим солнышко. Next time. Yeah.